торжественном мероприятии приняли участие моряки разных поколений. Многие пришли с семьями, супругами и детьми. Не случайно, когда мы друг другу желаем что-то очень хорошее самым близким и родным, мы желаем океан любви, мы желаем море здоровья, мы всегда говорим, пусть будет путеводной звездой или светит маяк где-то у тебя в судьбе и в жизни. Потому что именно те люди, которые делают историю, делают нашу страну великой морской державой, они всегда здесь, рядом с нами. Я очень хочу пожелать, чтобы море любви и счастья было в ваших домах, было благополучие, мир, добро. Низкий вам поклон. Моряки отдавали свои жизни ради счастья, мира, добра. И сейчас флот находится на рубеже. Флот находится на берег. И мне очень приятно, что собрались сегодня здесь, чтобы вспомнить, почтить такой день, такой праздничный дух. Вот. И как сказать еще? Ну, наверное, совпала такая дата и день крещения Руси. Это вот значимая дата. Всех вас с праздником. Всем вам здоровья. Дорогие друзья, от всей души желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, тепла и домашнего уюта. Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным. Ну что, всех с праздником, всем здоровья и удачи. Самое главное имениннику здоровья, долгих лет жизни. Ну и всем ребятам, которые на СВО, чтобы вернулись домой живые. Я хочу сказать, что флот – это одна из мощнейших наших составляющих нашей обороны. Не зря на флоте служили на год больше, чем в сухопутных войсках, потому что это было очень сложно освоить флотские специальности, и это и технически было. Должны ребята были быть подготовлены физически, технически, в общем, все должны быть умные, сильные, здоровые. Я хочу пожелать вам и ну, прежде всего, хочу сказать, почему. Вот, застава у нас всегда был лозунг на заставе «Дом родной». Застава – дом родной. И у вас флотский коллектив – это сплоченный коллектив, который до конца должен быть вместе, сплоченным быть и до конца выполнить свою боевую задачу. И много очень примеров, подвигов, когда на флоте экипаж погибал, но никогда не сдавались. Хочу пожелать вам здоровья, успеха во всем. И чтобы экипаж был одной семьей, как поется в песне. С праздником вас! В ходе митинга состоялась церемония награждения моряков приветственными адресами администрации района, благодарственными письмами и памятными знаками. Поздравления сменялись разнообразными выступлениями творческих коллективов районного дома культуры. Сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. О, море, море, преданным скалам, ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парусом малым вместе с тобой. В завершении участники почтили минутой молчания память погибших и возложили цветы к монументу.